Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alani. Нашел семикомнатную квартирку для большой семьи с потрясающим видом на всю Аланию. Квартирка шпанфетка-манфетка. Я сам в шоке от квартиры. Так то смотрите до конца. Вот такой проект, который сдался полтора года тому назад. Здесь у нас открытая парковка. Здесь вход. Расстояние от моего места до моря 890 метров максимум. На улице у нас генератор. Тут лобби. Есть два лифта. Мы туда вернемся. Здесь детская игровая комната. Закрытая из-за пандемии. Так, здесь, глянь, у нас спа-центр. Так, где тут свет? Света включилась. Сауна. Света нету. Просторная сауна. Вместимость 8 человек. Тут римская парная комната, тоже нету что ли света. Вместимость 10 человек как минимум. Так, здесь у нас джакузи, как бы мини-крытый бассейн. Такой. Здесь зона отдыха, кое-где сделали ремонт на стенах. Тут санузлы. Здесь у нас выход к бассейну. Давайте я отсюда выйду, потом с верхнего этажа. Вот бассейн просторный. Здесь скамеечки. Ага, вспомнил. Я тут. Так, у нас тут фитнес. Мы сюда вернемся. Здесь вот такой ухоженный сад, зона отдыха, вот такие интересные скамейки, они вот так качаются, качели. Угу. Так, надо покататься, здесь беседка, тут оборудование для спорта, в этой стороне у нас детская игровая площадка, опять скамейки. Короче, все сделано для комфорта жителей этого ЖК. У нас здесь также фитнес. Айда тут 250 лир. 25 евро в месяц. Ну, здесь мини-бар. Тут зона отдыха. Наверное, была ясен. Здесь фитнес-сал. Вот такой просторный. Так. Все вроде. Инфраструктуру я показал. Сейчас я улечу на верхний этаж. Я улетел, но вернулся обратно. Здесь типа водопад такой, там сделано искусственное. Вызовем лифт. Так, вот такой лифт. Вместим 6 человек. Поднимаемся на 13 этаж. Поднялись мы на 13 этаж. Входим в просторную квартиру 6 плюс 1. Вот такая тут красота. Закроем двери. Вот такая просторная прихожая здесь. Коридор продолжается. Тут сразу встроен шкаф. Шкаф именно до потолка. Начнем с этой стороны. Здесь тоже у нас шкафчик встроенный. Здесь у нас первая спальня. Санузел. Значит, это первый санузел.
И первая спальня. С видом на горы и соседнее здание. Вот такая красота. По каталочек-то покажем. Вот. Здесь как минимум 13 квадратных метров. Эту часть я не посчитал. Там вот 13 квадратных метров. Здесь есть за 4 квадратных метра. Идемте дальше. Здесь брутто 370 квадратных метров, но жилая площадь 300 квадратных метров общая. Значит, это второй санузел, скажем. Я считаю, чтобы не перепутать. Два санузла, одна спальня. Теперь зайдемте сюда. А, это изюминка этой квартиры. О, бильярдная комната. Мое. Ага. Все, позовите в гости, давно не играл. Видно горы, видно соседние здания, диванчик. Кондиционер фирмы Мидея, качественная фирма. Так, вот, из одной комнаты сделал хозяин бильярдную. Идемте дальше. Здесь у нас лестничная площадка, которая поднимается на второй этаж. Тут у нас кладовочка, ротанговое кресло. Гостиная комната. Просторная. Качественная мебель, сразу скажу. Кондиционер Мидея 18000 БТУ. Вот. Проверим мягкость. Вот такая жесткая. Телевизор Vestel. Большая, 65 диагональ, как минимум, кажется, да. Стол деревянный, раскладывается, открывается. Тут выход на балкон, но я сюда выйду с отдельной кухни. Так, здесь у нас просторная отдельная кухня. Так, такая столовая мебель. Все из дерева. У нас даже есть качелька на балкон. Вот. Включим свет. Есть. Вот такое освещение. Бытовая техника. Холодильник Vestel. Большая. Духовка Vestel. Микроволновка фирмы Beko. Тут все с доводчиками. Так, у нас столешница гранит. Посудомойка Vestel. Вытяжка и плита Vestel. Так, выйдем на балкон. Ну, я так покажу, что здесь также есть кондиционер Мидея 9000 БТУ. Вот такая просторная кухня. Как минимум здесь 20 квадратных метров, как минимум. Видели, да, такая красота? Крепость Алании. Море. Соседнее здание, просторный балкон, можно застеклить, будет вам еще одна комната, но не советую, не надо мангал поставить, здесь шашлык, машлык, и меня в гости позвать. Ой, Аллах, так. Теперь пойдемте наверх, значит, одна спальня здесь была, бильярдная, две комнаты. Так. Идем наверх. Вот такая люстра висит у нас. Так, здесь прихожая, зеркала. Пойдемте с этой стороны начну. Вот. Вторая спальня. Внизу была одна, здесь вторая спальня. Хозяйская, скажем. Кондиционер Мидея,
Здесь у нас встроенный шкаф, гардеробная комната, как бы, санузел. Это вариант для тех, кто ищет виллу, не может найти. Вот вместо виллы также можно купить 7-комнатную квартиру с инфраструктурой. С таким видом. Себе конкретно купил бы, если была большая такая родная семья. У нас вот открытая терраса здесь. Вид на горы. На Каркаджак и горы также. О, торосы продолжаются. Так. Это был третий санузел. Две спальни, три санузла. Это четвертый санузел. Так, вот такой просторный. Накопительная система комби. Стиральная машинка Vestel. Вот такая раковина. Так. Здесь у нас третья спальня. Вот такая качественная мебель интересная. Дизайн. Кондиционер Midea. Красиво. Ламинат во всех комнатах, но в коридоре у нас плита. Вот такие шкафчики. Также выход на террасу, на ту же террасу, откуда я там вышел. Вот. Теперь мы сейчас снимем вторую хозяйскую спальню. Да, это вторая хозяйская спальня. Та была гостевая, можно сделать. Или эту. Ну, я бы это выбрал, так как здесь вид на крепость. Вот. Очень просторная спальня. Угу. Качели-мочели. Вот. Здесь, наверное, 30 квадратных метров. Вот такой вид. Кондиционер. И вот гардеробная часть. Вид на крепость Алании. Вот такая красота. Балкон, то есть терраса. Здесь у нас тоже кладовочка, ненужные вещи можете поставить. Ого, вот огромная. Понятно. И у нас еще тут. Есть еще одна кладовка. Увидели, сколько кладовочек можно использовать? Надо подумать, что сделать. Так, сейчас подведем итог. Так, к этой стенке подойдем. Дорогие зрители, ну как вам такая красивая 7-комнатная квартирка 6+1? Цена тоже, сейчас скажу. Цена этой квартиры 216 500 евро, дорогие зрители. 300 квадратных метров жилая площадь, терраса тоже я включаю. 375 брутто считается, по турецким меркам. Все вы увидели, санузлы сколько, спален сколько, бильярдная комната отдельная, инфраструктуру также увидели. Отсюда до улицы Ататюрка где-то 170 метров, до моря 890 метров, до воды. На улице Ататюрка есть вся инфраструктура для жизни. Если вам понравилась эта квартира или ищете недвижимость в Алании по другим критериям, обращайтесь, у нас большой портфель. Мы вам найдем то, что вы ищете. Земельные участки, виллы, квартиры, коммерческая недвижимость. Ищу. С каждым днем все и больше нахожу. Кто ищет, тот найдет. Все, с вами был мистер Агасси из солнечной Алании. Район Махмутлар. Всем пока-пока.